Как быстро попасть с улицы Березовой на Жуковский проезд? Ответ для многих очевиден. Воспользоваться сквозным проходом через гаражный массив. Этот путь очень популярен. Таким образом, жители 6-го микрорайона предпочитают попадать в старую часть города Видное. С одной стороны, экономия времени и сил для горожан, с другой – злачное место для хулиганов, которые облюбовали стены гаражей под свои художественные эксперименты. Здесь еще культура самих жителей, потому что здесь, если посмотреть, не все входит в территорию ГСК. Да. Наши жители хотели бы тоже попросить, чтобы хорошо относились к своей территории. Еще одна проблема обходного пути – мусор. Эти темы сейчас наиболее актуальны на Доброделе. За последнее время на портал поступило более 40 обращений по чистоте и порядку на территории гаражных кооперативов. Очень много мусора, очень много жалоб. Пьющие компании, никто не следит, никто не ходит, никто не проверяет, куда все смотрят, не знаю. Очень много мусора. Ужасно. Вот здесь, тут вообще помойка. На жалобы жителей отреагировали сотрудники администрации Ленинского городского округа. Вместе с представителями территориального отдела Центральной выехали на место, чтобы зафиксировать нарушения и привлечь к ответственности владельцев земли. В ходе рейда обнаружилась еще и повалившаяся бетонная стена, что отделяет один гаражный кооператив от другого. Направление ГСК будет вызвано на комиссию и будет выдано постановление с представлением об устранении правонарушений. Штраф за ненадлежащее состояние ограждения у нас составляет 10 тысяч. Штраф за ненадлежащее состояние фасадов также 10 тысяч. И если данные нарушения будут не устранены, то передается уже в суд. Такой рейд проходит не в первый раз. Руководство одного из гаражных кооперативов уже привлекали к ответственности. Тогда граффити были закрашены, а мусор убран. Но ситуация повторяется, и она напрямую зависит от сознательности самих жителей. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Денис Михеев. Видное ТВ.